Сегодня у нас 30 июня 2016 года. Вот, подъезжает к лагерю Стану Алексей Устинов, встречает сегодня Екатерину Тинникову с Тувы. Ну, сейчас посмотрим. Я им светить не буду, чтобы не ослеплять. Все, пойдем встретим их. Доброй ночи, брат. Мир тебе, Катя. Мир вам. Че, какие вещи? Вот они. Два пакета, ну и все. Все что ли? Так скромно обошлась. Не говорю, могла быть в том, да? Обычно женщины приезжают, там куча сумок разных. Девушки. Завтра с газелью приедут. Ага. Ага, сюда ставь. Сейчас я келью покажу ей. Спаси Христос, брат. Все, давайте. Сдал, принял. Сдал, принял. Богу. Все, пойдем. Сразу тебе покажу келью. Сумки я возьму? Да, постельно. Ты все заберешь? Да, иди к вам. Ага, я хлеб стряпаю, так что я почему и бодрствую еще. Так, вон прямо иди туда, приходи. Помощи не нужно там? Нет, не видно. Придется тебе. Ну тебе это. Так, вот в эту. Нет, вот сюда? Вот такие. Не-не-не, сюда, сюда. Так, тут сюда. У нас, тут у нас ласточки. Сейчас прямо заходишь, угу. И там верхняя полка на правой стороне. Твоя крайняя. Так, верхняя на правой стороне. Все. Сейчас, Бог. Давай, спокойной ночи. Закройся, Катя. Там это, Катя. Ну ладно, все, спи. Вот так, слава Богу, приехала. Сейчас у нас время 47 минут первого. То есть пол первого примерно приходит поезд сюда. Потеряевка. Раньше 11:30 стало, но сейчас 4 часа разница стала. А не в 3, как раньше было с Москвой. Потом позже. Вот, кошечка гуляет, мышек ловит. Так и глазки блестят. Вот Алексей поехал. Спаси Христос его за помощь. Вот так вот у нас лагерь Стан. Ночью отдых у нас. Вот православный лагерь Стан, посторонний вход воспрещен. Внимание, идет видеозапись. Вот. Сейчас я еще, вот я тоже сегодня. Вот у нас кухня. Все, тишина. Ждет своего часа. Даст Бог, 5 часов подъем будет, ребятишек. И опять все начнется, оживляться лагерь Стан. Это мой велосипед стоит. А здесь вот у меня, я сейчас вот только хлеб заложил. Вот. Тут у нас две русские печи. И вот одну я заложил уже сейчас. Вот она у меня закрыта кирпичами стоит. В этот раз у меня получилось 19 булок. Даст Бог. Через час будут готовы. Ну вот так вот. Я тут все убирал, все потом вымету, вымою. Ну все. Сейчас буду дожидаться. Потом даст Бог хлеба. Уже ждет. Вот так отдыхает. Ну чё, киска? Ну, кисенька. Так вот здесь там отдыхает ночью.
Слава Богу за все.